Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Венгрию в Sid Meier's Civilization 6. Карта Архипелаги на восьмерых. И если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше начните смотреть с самого начала. Ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. И приятного вам всем продолжения просмотра. Так, я готов. Читаешь? Шумер, пожалуйста. Шумер. Раз, два, три. Ну, бе, возьми своего ученого. Я, пожалуй, ливаю уже все. Спасибо за это. Вот. Ой, так? Венгр остался самым. Стой, подождите, а в меня разве шумер не кидал ядерку? Чью ядерку я сбил, когда в меня летело? Ну, если ядерка сбивается, войны нет. Если ты об этом. Спасибо за игру, Ацтек. Да, ответная тоже сбилась. Кто в меня тут кинул? Ну кто? Капец, вот шумеру не повезло, конечно, с ученым. Да мне ни одного не досталось, как-то всякие такие ненужные, современные. Которые... Ну, потому что у меня всю игру не было ученых, и вот самый последний, самый лучший попался. Энгри достался, который на плюс 1500 производства. Венгр, это Тиберин. Что венгр? Так сколько стоит тут купить? Атомку 1360. Тут проплыв есть к шумеру, очевидно. Не, да, сбито. Изи. Так, Грек, играем, да? Да.
Опять эти ядерки, сколько можно их ядерить? Нет, это не ядерка, это звук этой подлодки. Да, я вспомнил. Блин, ну мне нужны тоже, очевидно, эти реактивные истребители. Не знаю, мне наука не нужна, потому что я тут все уже открыл, но я улететь не могу. Рим, а как ты уничтожил мой истребитель, который стоял в этом... Я бахнул, сломался. Да, блин. Теперь я Нубии войну объявил. Это я по Шумеру войну объявил, Нубия. Понятно. Вот так и верь ему. Не, ну это какой-то бред, что типа ты кидаешь ядерку, но если она сбивается, то войны не объявляется. Что это такое? Я не знаю, когда добавили, но было. Добавили в какой-то момент. То есть, кинутая ядерка абсолютно не... Как это? Не агрессивный ход. Караваны в Рим. Еще раз туда же. За что? Так восстанавливается у тебя там все. Да это ж 40 лет займет. Ну, где что? В этот город решил. Ну, вообще у нас 13 ходов осталось, так? Давайте робота построю. Четыре бомбы.
уже. Я устал уже эти караваны постоянно перебрасывать. Блин, где строители? Я что-то руки уже мерзнут. Блин, это ядерный угар. Конечно. Уничтожил я тут истребитель. Куда я сейчас самолет? Ну, я ж в этот, в аэропорт кинул. О, первая сбитая ядерка, поздравляю. Ой, робот умер. Ну, два. Уже с прокачкой. У тебя уран есть? Есть. Супер странно. Походу прокачка. Ну, я тебе хочу сказать, что мы недавно играли, вот я где выложено за Португалию, там мне Челинья с двух ударов обычными убил. Даже не... Робота? Не, да. Нет, там, по-моему, вообще ваншоты были. Ваншоты. Он мне ваншотал роботов. Супер странно. Так, где тут может быть подлодка? Вот она. Нашел. Блин, Грек, ты еще и улетать умудряешься, охренеть. Это я так чисто балуюсь. Ну, культура мне тут не нужна, понимаете? Тоже, по идее, никто не успеет улететь до конца ходов. Нет, мне кажется, шумер вполне может успеть. Не знаю, сколько у него космопортов, надо глянуть. Вон у него 4. Что по Алюму. Ну, я думаю, если честно, не сможет. Диск снова предположить, так сказать. Ну, надо было, наверное, раньше начинать запускать всякие проекты. Конечно. Блин, только увела туда зенитку.
Мне надо Каринф захватывать своим роботом, а потом вот так идти постепенно. Надо посчитать. Ну, давай. Шумер, можно попросить тебя еще раз? Раз, два, три. Фак. Так, ну ладно тогда. Каким-нибудь этим попробовать отбить. Кстати, я ж могу современным танком, например, захватить этот город. Блин. Чё я туплю? Сижу, как всегда. Нафига мне лаба? Я уже всё, у меня технологии будущего уже. Даже какие-то юниты тут еще могут ходить. Еще одна сбита. Да. Что не может не радовать. Посчитаешь, пожалуйста. Раз, два, три. Спасибо. Он тут уран хочет у меня отжать. Так, я правда не знаю, что он пока захватывает. Ракетный крейсер вроде не захватывает.
Да ладно. Просто убил меня самолет. Почему я не могу зенитки, например, покупать за... Где оно? Голосование странное. Что, не знаю, может мне тогда в эти тоже покидать ядерки. Шумер. Подожди, хотя бы, Алексей, скажи, пожалуйста, когда загрузишься. Я готов. Я да, блин, не ходят юниты, ну... Задолбало. Еще ядерка. Это не мое уж. Опять неудачно, ну... Не судьба, видимо. Я истребители зря, конечно. Раньше не купил. Так, теперь операцию Иви давайте. Девять ходов. Ну, Шумеру последний проект остался. Ой, ускорялки еще. За девять ходов. Даже если он заход... Ну, если заход запустит, тогда да. Тем временем там победит венгр по очкам. Три самые. Венгер, что не я? Обидно. Ну, а потому что пока ты ниже, чем венгер. На 10 очков. А ничего, что грек у меня два города уже захватил. А ты у него захватил корень, например.
Давайте. А что он делает? Увеличивает торговые пути количество. Интересное голосование. Давайте у венгров все отнимем. В смысле? Нужно взять столько же ядерок, сколько у венгра. Вот это звучит как хороший план. Ты думаешь? А мне кажется, стоит столько ядерок, сколько у шумера. Потому что мне что-то кажется... Мне кажется, он халявит, если честно. Да? Ведок там каждый ход пуляет. Мне кажется, у него больше. Вы только давайте, чтобы там этот румын не получил очки дипломатической победы. Румын. Там нормально. Ну, и так я Рим называю. Почему? Почему? Потому что Роман по-английски. А-а-а. Но если ты не в курсе, Румыния это как бы... Они себя считают римлянами. Если так, на всякий случай. Ну чё, Рим, голосуй, или проиграешь. Так опять, ну 6 пойди, там вообще никак не взять. Что? 10 ходов не нет, возможно. Пускай Рим проголосует, мы же все проголосовали. Или нет? Да-да. Ну чё, много у меня ядерок? Хватит на нужные мне цели. Блин, надо как-то Родос пробить. Так, я боюсь, что он может мои самолеты сбивать, поэтому надо перебросить в города, я думаю. Вообще надо ядерки на Милет сохранить, между прочим. Так, Чинай, по идее, сам должен ко мне. Я даже не буду на него тратить. Не долетает. Ну это же хреновый город. Лагаш. Там космопорт.
Не знаю, мне все-таки кажется, что он не улетит. Поэтому надо ядерки поберечь на... На грека. Зачем ты этого построил? Алексей, ты уже загрузился? Блин, я в тебя уже ядерку кинул. Ой, как раз я туда увел юнита. Я оттуда ввел юниты. Так и знал, что сейчас самолетики мне кинешь. Одна попытка. Может, надо было самолетом, кстати, а не этой. Надо было, наверное, самолетом отправлять.
Я готов. Ладно. Ну хватит, чего вы вот все в меня кидаете? Вдвоем. Ну, я, видимо, могу ходить уже, как бы в меня ядерка прилетела. Можно ходить? Я думаю, да. Да, что такое? Этот все-таки захватить. Ну да, я ее там оставил. А, это Индия Милет был. Вау. Подожди, странно. Странно, мне Милет, я Разве Милет это индийский город? Нет, мой. О, написано передать основателю Индии. Может, очередной баг. Я его ставил сам. Тут на самом деле вот на науку уже нафиг нужны карточки, но я просто не успеваю это все сделать. Ходим, я готов. Я тоже готов, давай ходить. Я не понимаю, вот, Шумер, почему ты в меня стреляешь? Почему тебе, например, не приплыть с другой стороны в Грека, посмотреть, захватить его города? Можно? Ну, сейчас я пока переправлю все войска в сторону Грека, уже пройдет 5 ходов, мне кажется. А в тебя, бля, подкольку... Какие все войска? А у тебя там пару юнитов было. У тебя там пару юнитов, какие все войска? Где-то на 300 очков впереди Грека. Ну, ты же, стреляя в меня, не приближаешь свою победу. Ты приближаешь победу Грека? Так что он все равно не приближается, скорее всего.
ней. Я возьму скорее для победу, чтобы приблизить свою. У тебя 5 ходов осталось. Конечно, даже мало вероятно, но... А что тут? Ты еще не запустил? Вот, вот следующим ходом. Не, ну следующим ходом, наверное, все-таки нет, да. С 4 вообще без шансов, думаю. Так. Ремонтируем. Ага. Тут, наверное, я переброшу самолетик сюда на всякий случай. И здесь еще истребитель попробую. Бля, я его куплю лучше. Не, куплю. Так, а сколько стоит этот робот? 1500. Проверим-ка мою удачу. Да ладно. Наверное, еще куплю. Ой, не здесь этого истребителя. Блин, робота хочу. Может, здесь куплю робота. Блин, не хочу. А я вообще, он будет потреблять. Он будет потреблять. Я, кстати, не знаю, что мне еще тут делать. Давайте куплю, наверное, тут тогда строителя, чтобы отремонтировать. Вот это точно уже не надо. Давайте мобильную ЗРК. И мобильную ЗРК. И здесь, наверное, тоже мобильную ЗРК. Блин, 4 хода. Как тут держаться? Вон там он роботы собирается вести тоже, да? Как-то так его повел. Что ж, вывел робота так аккуратненько. Пощупал ножкой, знаешь, и такой хоп, а обратно в эфес. Страшно? Не, просто изучаю ситуацию вокруг.
Нуби, я тебе кинул предложение. Так, а что я тут хочу сделать? А, слушайте, у меня есть еще ядерка. Попробовать в Эфес кинуть. У меня же технологии будущего. Я эту фигню тоже поставлю на социальные политики будущего. Сейчас попробую вот этим самолетом, а не... Ой, не так. Блин, не долетает чуть-чуть. Это вся армия, типа Шумера он называет, вот это перебросит, это одна подлодка. Ну, он уже один световой ход преодолевает. Ну, запустил. Да, 12 из 20 там. Ну что, пробовать? В Эфес. Вдруг тоже удачно пролетит. Не пролетело. Так, слушайте, у меня 22. О, слушайте. Подождите, Наска. Фес, ну-ка. Если я сделаю, ну, там 12.
Не знаю зачем. Но по-хорошему мне не на что больше тратить на самом деле. Так, сильно милет отваливается? Так, у меня тут заканчивается алюминий, но, собственно, и осталось два хода. В принципе. И там, походу, уже больше ничего не делают, просто ждут. А мне можно пойти? Осталось два хода. Уже, ну, блин, не хочу я сидеть, уже мне время. Ну, в принципе, иди. Ты мир от меня прими только. Я там тебя кидал уже сколько ходов назад. Это на самом деле сколько? 10 минут? Не знаю, зачем. Зачем исследовательские гранты? Давайте еще мобильное. Ну, что тут уже сидеть? Ну, Нубия с Римом, конечно же, просто статисты. Так и я тоже. Я статист с начала игры. С таким появлением это просто неиграбельный старт. Вообще неиграбельный. Ну, посмотрите, вот на этом острове в 4 города? Нет, мы роем. А. Это сильно не повезло, и правда. Это еще нормально, когда технологии обычные, а когда случайные, и судостроение хрен знает где это. Просто нереально. Тут же оно, а тут же оно вроде прям близко было. Нет, не совсем, но... Пройти не настолько сложно. Но я его отправил. Я мог сильно развитие отстал. Я искал это судостроение, ну типа такое. А, ну да, вообще да, со случайными технологиями проблема. То есть так-то можно в судостроение довольно быстро выйти. Ну в том-то и дело. Не знаю тоже, зачем я это прокачиваю. Блин, у меня же так рука болит, все это кликать. Вообще офигеть. Так, где тут судоходство в гавани? Хоть как-то... Это деньги, я судоходство в гавани, это все на деньги. Я тогда чуть... Так, а где либерализм? Вот, республиканское наследие. Так, вот это все с науки тоже надо убрать. Нет, два хода на самом деле, а не один. 70-й тоже будет считаться. Так это, слышишь, Грек, если ты не собираешься ничего делать, так я готов просто кликать. Ну, типа, Shift-Enter. Не, я сейчас хочу, чтобы посчитали.
Если можно, конечно. Раз, два. Погоди, 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 погоди. Что вы... Ты готов? Ну, я готов. А, тогда считай. Раз, два, три. То есть вот ради этого считать? Так может надо было просто, чтобы ты кинул и все? Да хватит! Господи, куда это полетело? На шумера? А это не я, кстати. Это я. Предал меня все-таки. Я бы горло самое такое себе сломал. Не долетает. Ой, минус робот. Я все еще не понимаю, почему они так быстро падают. Нет, так у тебя робот внутри стоял. Да, я понимаю, но все равно. То есть он даже раз 130 как бы. Так я его атакую тоже прокачанным роботом. Максимально прокачанным. Так-то я шумер кинул бы в венгра, но у нас с ним союз, так что вот так вот. А чё в меня? Ну только чё. Так все в меня кидают в этой игре. Я, да. Ну, кажись, сейчас будет еще один ход. Ну, по счету меня уже точно не могут обогнать, даже так какие-то захватывать будут города. Сейчас посмотрим, сколько там летит у нас шумер. Ну, 4 световых года заход. Наверное, все-таки нет, да? Точно нет. Ну, чуть-чуть не хватило. Мы воюем, Грек? Да, можешь воевать.
мисс Клик. Ну, я думаю, тут можно заканчивать. Уже ничего никто не сделает. Инженера какого-то дали. Shift-Enter. О, слушайте, тяжелая игра какая-то была, конечно, в концовочке. И реально аж пальцы болят. Аж пальцы болят. Ну, с победой, Вера. С победой. Что, я победил? Да, поздравляю. Спасибо. Ну, тут, мне кажется, ты, Шумер, реально схалявил. From our humble beginnings ages ago, have you forged a civilization that has withstood time itself? Давайте глянем, как там по науке было. Грека, тебе много фес науки дал? Нет, я его очень мало сюзеренил. Я буквально там 2-3 города обратил. Ну, у меня цель была просто избавиться от твоей религии, чтобы ты не взял крестовый. Я не собирался крестом. У меня вот... Я даже до сих пор даже не укреплял. Ну, видишь, но мог бы. Было бы плюс 10. Ну, смотри. Было бы плюс 10, но я не могу твои города захватывать, чтобы они не отваливались при этом. И когда мы наравне идем. То есть, зачем? Ну, я еще... Я да, ну я тут по науке, конечно. Мне ж много городов. Не, ну, там нормальная игра. Не, если бы я хотел улететь, я бы, наверное, улетал. Повезло, успел бы, но... Грустно, что упоролись твои соседи. И сильно отстали оба. Да, а что там за Египет и, по-моему, Индия там? А, а вы видели их территорию? Если вы про Египет и Индию, то у них у каждого, типа, ну, по 2-3 города была территория, они на одном острове и получил... И причем... Если Египет, наверное, мог еще куда-то расселяться на другие острова, то у Индии нету вариантов вообще. То есть он должен Египет захватывать, получается. Не, ну там были всякие острова справа от него, сверху. Ну, там, справа ты имеешь в виду от Египта, но не от Индии. Ладно, Египет, ты слева от Индии. Между тобой слева и... Слева от Индии и я. Не, там просто все пролив. Было место. Не, всегда можно нет. Договориться. Так, уничтожено юнитов. Так, единственное, у кого больше всего войн было. Сражений, в смысле. У меня все-таки. А Рим на втором месте. Ну, это за счет того, что я там с ацтеком поборолся немножко. Да, Микспо реально прохалялся на последнем месте по всем битвам. Ну, а зачем воевать, если можно сотрудничать и жить в мире? Да не, если бы я не вписался против этого, против Алексея, то ты бы упал. Точно. Я вообще думал, что Шумер меня возьмет и себе спокойно там, потом Рим и все такое. А да, кстати. Надо было тебе реально Нубию забирать. Это потому что у меня, ну, у меня места нет, я слабый. Просто приходишь и забираешь, и все. У тебя очки, у тебя... Не знаю, отличные компуса, у тебя много городов. Твои города, они все построены в пустыне. Тяжелая игра, ребят, тяжелая. Так, видно меня тут, да? Блин, аж рука заболела. Тем же соображением пошел нападать на стаки не на лобби. Типа, ну зачем мне у города в пустыне? Вот столько хорошие земли. Ну ты не можешь, тебе надо очень быстро много его городов забрать, чтобы они по лояльности не отваливались. Причем у тебя есть города, которые, до которых ты не можешь добраться. А ты даже не подготовил наземную армию. У тебя получалось, что ну ты просто не в состоянии. А он тем более ну, не отставал от тебя по развитию. Наравне шли. А? Наравне шли, прям тютелька в тютель. Ну вот, в том-то и дело, что он спокойно один город отдал, а дальше ты не мог его забрать просто. Ну, так получилось. Ну, спасибо за игру, в любом случае, спокойной вам ночи. Да, спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!